Итак, ребята, Ансем против Соло, Руины, Вайзер против Галены. Это рейтинг у нас, блин, даже не знаю какой. Тысяча восемьсот, наверное, или 1600, где-то около того. Чуть послабее ребятки играют, но все равно регаются на мой турнир. На мой турнир, и это классно. Сейчас будет жесткая заруба. О, я в соло группу в группе был на бесплатном турнире. Прикольно. Уже все друг друга узнают, кто на каком турнире был, там и т.д. и т.п. Готовьтесь к бою. Соло на Галене, Ансем на Вайзере. Раунд начнется через 3. Как всегда, 2, ну, Галена 1. В бой. Самый сильный герой в дуэлях. Опа, а тут за домашние заготовки спрятал тотем. Тот не берет мигу. Пацаны так делают на 1800. Вы посмотрите, ребята. Когда играют на турнире, играют совсем по-другому. Заделейл, то есть мигу. И сейчас у него больше вариантов. То, что после начала на красный пойти. Ой, хорошая ракета. И сразу прессинг идет. На. Ебать. И он гонит его, гонит его. Ой-ой-ой, 19, еле убегает. Красный лежит, он просто убегает. Опа. И все, Ансем как бы уже более опытный, он играл на турнирах. И все, он полный контроль карты захватил. Размен по рейлганам, у Соло нету вообще ничего. Сейчас будет атака. Атака Бульбазавра. Он не знает, куда убежать. Куда ему убежать, Соло? Его везде гоняют, везде. Он кое-как сейчас выжил, прям кое-как, я не знаю, 35 хапандосов осталось. И в прятки, в прятки. Опа, здесь надо тотемчик поставить, надо было спрятать. И тут уже мига. 94, 1800 рейтинга так попадает. Там просветульки. И атака, просто рокет-джамп, атака. Жесткая атака, рокет-джампы. Все посчитано, охереть. Да, ребята тренятся, видно сразу. Опа. Тут красный. Хорошо, 1-0. Да. Моральное переключение оружия, ракета. Еще ракета, без шанса, 2-0. Пансом хорош. Но он более опытный, он уже на моем турнире участвовал на первом. Это уже второй турнир. До этого не знаю, играл на турнирах, нет. Но видно то, что... Вот сейчас, правда, неправильное переключение оружия, надо было ша доставать и убивать. Но тут драк. Хорошо. Хорошая атака от Соло. 2-1. И тут контроль от Соло. Оп, тотем подлечил. Аптечка пополнила хп. Красную сейчас будет забирать. Сейчас надо забирать красную, чтобы успевать на мигу. Блять, ошибка. Ты проигрываешь во фраге. Тебе надо что-то делать. На, въебло. Блять, руки дрожат. Заблудился, не знает, куда бежать. Эй, ручки. Смотрите, как он наводится. Вот смотрите. Ах, сука. 2-1. Хорошо, продолжаем. Комментирование. Тут Ансем. Хорошо попадает. А в ответ будет. Сейчас ждет тотем. Тотем надо ставить. Ах. И сейчас ошибку делать. Не умеет читать. Не умеет читать Соло. Но он бежит на красный, но уже поздно. Хорошо попал, но там на 22. Хочет принять его с шафта. Блять, хорошо залазит. 2-1. Сейчас надо позицию. Занимать миге. Миге надо занимать позицию. Блять, тут с просветкой просто проатаковал. Тут уже мига. Хорошо, 170 на 40. И тут атака от Ансема опять.
Блять, он его просто... Вы прикиньте, на турнире за тобой такой лось гонится. Да. Ясен хер тебе страшно. И тут... Тут руки дрожат. Смотрите, вы посмотрите вот на это. Ну, с шафтом он нормально владеет. И тут ракетами забьют. Да. Более опытный Ансом сейчас все в свою пользу сделал. Ой-ой-ой, тут 33-1. Ой-ой-ой, атака, блять, просто в наглую с шафтом. В узком проходе. Неправильный выбор оружия, поэтому поебал у Нана. 4-1. Ай, сейчас ошибка была. Сейчас мог попасть Ралган и все. Гагуля был бы. Фраг бы отдал. Тут просветка. 40 хп держит Ралган. Держит, смотрите, как мансит. Ай-яй-яй. Блять, спрятался. 4-1. Ой-ой-ой, выжил, 110. Чик-чик, нету патронов. Хорошо, соло, надо пушить. Один хп, один, смотрите, неправильное переключение оружия. Ну какой рейлган? Вот они, нубасики. Шотган, машинка, что-нибудь. 5-1, неправильное, видите? Вот, как будто вы сами сейчас играете. Неправильное переключение оружия. Хотя у соперника всего один хп. И тут сейчас опять руки джамп, наверное, будет. Патронов нет, сейчас пойду за шафтом. Просветка. Хорошо. И позицию. Смотри, сейчас будет на красный уже занимать. Ой-ой-ой, хороший шафт. Хороший шафт, легендарный. Хотя это 1800. Ой-ой-ой, размен. Блять. И все равно Ансом на контроле. Он на контроле, более опытный. Вроде рейтинг у них одинаковый, но он более опытный, потому что он играет турниры. И еще показало, что нам турниры. То, что когда ты играешь рейтинг, то, что у тебя больше ЛО, это оказывается не решает. Потому что у Эйса больше ЛО, чем у Канташа. Но Канташ выиграл его. То есть на турниры совсем другие нервы. Хороший шафт. 6-1. На. И все, он уже играет от дефа, смотрите как. Он его просто принимает в узком проходе, сейчас шафт достанет. Хорошее приключение, только здесь надо было шафтом давить. Хорошо, просто разбил лицо ракетой, жесткая ракета. 7-1, пока вообще 0 шансов. Ой, на, ебать, на. О-о-о-о-о. И такие ракеты дают на 1800 рейтинга, ребята. Какие челюсти. На. Это жесть. Это реально жесть. Что происходит? 9-1. И опять драка на ракетах. Он его поднимает шафтом. Просто забил в ответку у ракеты без шанса. Сейчас тотем поставит. На. И здесь еще можно принимать. Халява бежит. Шафт. Неправильный выбор оружия. Ух, ему похеру. 9-3. Размены дичайшие. Ракеты точнее. Танцем, ну, выигрывает пока. Без шансов. Но ракеты у одного и второго жесткие. Реально жесткие. Еще тотем, мега полечился. 9-4, так, это уже интересно, всего 5 фрагов. То есть еще можно камбэк из Израиль, как говорится. Он услышал, сейчас будет рейлить. Неправильный выбор оружия. Можно было сейчас фраг еще сделать. Куда ты бежишь, там мега. Вот они, ошибки в тайминге. Ошибки в таймингах. И сейчас они решат. Ой-ой-ой-ой-ой, ебать. Еще на 70 дал с рокет-джампа. Прессинг пошел. Там мега лежит. Бля, неправильный выбор оружия. Ракеты. Блять. Ракета, он хочет прям. Смотрите, как он дрожит. Руки прям нервные. Вот здесь можно.
Ай, руки! Осталось 10 убийств. Очень напряженный матч. Они так нервничают, вы не представляете. В частности, ну, Соло. Он его мог и раз 5 убить. И пресса просто с машинкой. Загнал его в телепорт. Просто тяпа на... Тяпа тут мина, но он все равно его загоняет. Осталась одна минута. 9-4. Ну тут мы прекрасно понимаем то, что первая карта отходит Ансему. Правильное переключение оружия добивает. Ебать, рокеты, блин. Жесткие рокеты, очень жесткие рокеты. Как такое возможно, я не знаю. На 1800. Опять на тотем его загоняет. Еще будет принимать. Убегайло делает. Не понял Соло с этим. По звуку, где находится соперник. 11-4. Жесть. Остается 20 секунд. Тут уже все прятки. Жесткие прятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Один хп. Сейчас будем наблюдать вторую карту. Жесть. Ну это вы видели руки как? Руки просто ходуном. Реально. Сейчас будем наблюдать вторую карту. Очень жестко. Реально очень жестко. Вторая карта ZTN вроде. Ансем против Соло. Ручонки у одного и второго просто трясутся. У Соло еще больше. Вы видели, когда он догонял соперника, как у него все мандражировало. Блять, ну вот видно то, что за, ну, глупенькие, хотел сказать, за тупаны. Они видели долго. ZTN мап. Блять. Во, поставил другую карту. Вовремя. Итак, ждем. Матч найден. Не чуть-чуть. Гоб Джомин, спасибо за донат. Совкалев, спасибо за саб. Спасибо, спасибо большое. Итак, ждем, пока создастся карта. Точнее, они неправильно все сделали, там у кого-то руки кривые. Глюк какой-то. Перезаходим в игру, а то так долго мы будем. Как всегда, Quake Champions нас подводит.
принципе, как и всегда. Спасибо большое за донаты. Спасибо, кто донатил на вообще на турнир до этого, кто на футболке донатил. Все вместе с вами делаю. Ну а сейчас просто за комментирование я собираю себе бабос. Чтоб пивка жахнуть как следует. Ждем сейчас, перезаходим в квейк, ждем. Сейчас будем вторую игру смотреть. Ансема против Соло. Да, и на следующий чемпионат, просто на следующий, если буду делать турниры, не будем никого ждать. Пусть хоть трулзы, хоть не трулзы, хоть хуёлзы. Турнир реально затягивается именно вот из-за такого. Так что это... Ну, на просто как бы будет такая практика, что и как, пофигу, какой ты там игрок, что ты там просил, не просил, подождать. Ждем инвайта от Ансема. А, все, он кидает. Ready. Вторая игра. Что там с Трузом, непонятно. Итак, начинается вторая карта. Ансем против Соло. Собрался и вышел из группы. Войнуха продолжается. Поздравляю тебя, Эйс. Молодец. Молодец. Реально молодец. Вторая карта. Ансем. Готовьтесь к бою. Против Соло. Раунд начнется через... Ансем уже более опытный на турнирах, поэтому у него, я думаю, больше шансов победить этого соперника. Хороший шафт. Так, Соло триболтит. Хорошо. Триболт решает, ребята. На, пользуйтесь. Видно, видно, неопытные игроки. Неправильное переключение оружия. Сейчас можно было шат включить. Типа... Опа. Хороший ролган. Вся красная. Триболт. Ой-ой-ой, там нет хп. Блять, свалился. Сейчас можно было убивать. Можно было убивать. Но он сейчас будет дожидаться Меги, потом пойдет на ракету. Или прям сразу идет на ракету, потом возвращается на Мегу. Смотрите. Да. Так и происходит. И сейчас будет драка. Он услышит его. Сейчас будет рокет-джамп. Надо. Хорошо. Промахивается. Надо табурет ставить. Блять, да он просто гений. Он читает мои мысли, что ли, этот парень. И сейчас появляется красная. Так. Ансем на полном контроле. И это 1800, ребят. Как не каждый сделает. Сейчас табурет убьют. Убили табурет. Почти. Слышит, слышит. Сейчас опять Мега. Мегу надо забирать. Ансем, давай, что-то делай. Но опять же, если ты впритык на рейнджера нападаешь, ты должен понимать то, что у него сферка. Ой-ой-ой-ой, там просто жесткий табурет. Он очень много напопадал. Чисто табурет. Слышит. Ух, 90. Рокет-джамп. И атака. Атака Скорпиона. Ух, а если попал? Вы бы кричали? Вы пищали? Слышит его, слышит. Надо, что ты накоцал, надо прессинговать. Не бойся, не делай сяку-масяку. Блядь, не туда пошел.
Не зря табурет просто так. Вот он сейчас слышал. Сейчас на ракету. Здесь руки джамп. Блять. И вот она драка. Надо, надо. Он не пон... Ансом не понимает, где он. Вот сейчас только понял. То, что на ракете. Рокет джамп на красную. Хорошо. Рокет джамп хорошо тренировал. И тишина. Никто не хочет отдавать первый фраг. После первого фрага начнет заруба. Начнется. 1800-0-0 счет. 0-0. Неправильная табуретка, просто никуда. Слышит его. Ой, хороший релган от Соло. Второй релган. И сразу атака. Соло прессингует, молодец. Здесь ошибка от Ансома, он просто так от... Ой-ой-ой, трипол. Третий релган. И руки джампы. Хорош, хорош. Ну, блядь, ну реально хорош. 1-0. Соло выигрывает теперь на этой карте. Сейчас посмотрим, как Ансом будет атаковать. Ой-ой-ой. Гвозди, гвозди хорошо зашли. Сейчас мига. Неправильно, на 10 секунд ошибся. Табурет убить. Сваливается, блядь, сейчас сфера. Блок лицо. Ой, хороший рылган. Хорошо, хорошо. Блядь, нервы запредельные. Не понимает Соло, когда тайминги, когда мига. Заходит телепорт. Нет, не пошел в телепорт, полечился на луже. Сейчас. Нужна ракетка, нужна ракетка. Вот здесь патрончики, да, лежат. Карту хорошо знает, молодец, даже знает, где патроны. И тут опять, сейчас надо с Энсому рокетджамп делать. Хороший шафт. Ой-ой-ой-ой, блядь, застрял. Мама, я застрял. 1-1, Энсом камбэчит. Выполняет шафт. Сейчас здесь армор заберет. 1-1. И сначала мега, потом красная. Ансом это понимает. И что же он будет делать? Он услышал его, сейчас занимает позицию и будет пользоваться шафтом, наверное. Да. Сейчас красная, и потом успеваешь на мигу. Он сейчас делает ошибку, боже ты мой, отдает мигу. Бля, детская, детская ошибка. И сейчас услышит, как на джампа подпрыгать. Он ловит его, ловит. 1-1. Блин, прикольно наблюдать, как люди растут в твоих турнирах. Вначале они полные нубацы, а здесь уже, ну, более-менее, хоть там что-то могут сделать. Кто смотрел, естественно, на ютубе. Хорошо, размен про Лган. Старые игры Ансома на турнире. На первом, агент Капе. Полный контроль у Ансома. Услышал. Все, ловит его. Блять, свалился. Надо, можно было да, рокетджамп делать, убивать. Там просто нет хп. Ого, какие эти трюки делают. Вы видели, он просто с гвоздями перелез на стриболт и перелез на, как его, на шотган. Услышал, только не понял где. И сейчас будет драка. Шас, ша. Жестко. 2-1, Ансом выигрывает. Ловит его. Еще одну надо. Блять, там просто нож, прям я не знаю. Там ноготь торчал. Просто ноготь торчал, и он попал в него. 16 ракет. Можно вообще прессинг такой устраивать. Ракет. Хороший шафт, хороший. И прессинг, прессинг пошел. Блять. 17. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно тут убить. На! Красава. Хорошее переключение оружия. Вот хорошее, реально хорошее. И сейчас ошибку допускает. Табурет. Блять, табурет вот всегда поможет. Ансом не может, табурет поможет, как говорится. Бля, а если попал? 3-1. Посмотрим дальше, что будет происходить. Через 13 секунд появится красный. Табурет сразу. Услышал его. Неправильное переключение. И шаф. Контроль карты у Ансома. 4-1. На распрыжке врывается на красный. Неправильно. Хорошо. И там опять табурет стреляет. 5-1. Просто уничтожает. Ой. Блять. Как он выцеливает. Вы смотрите, как он выцеливает.
не стал рисковать, не стал рисковать. Спасибо за турнир. Все легенды российского квейка в сборе. Спасибо за донат. Ах, и все, он уже... Ансем играет от дефа. Ансем играет от дефа. Да какой... Все на турнире. Этот турнир на 24 человека, он платный. Поэтому всего 24. Следующий турнир, скорее всего, будет открытый для 200 человек. Посмотрим, сколько зарягится. Ой, атака. Анс, соло уже надо как-то, ну, постоянно атаковать. Потому что видно то, что он проигрывает и как-то прессинг устраивает. Но он не попадает. Очень много не попадает. Даже когда, ну, когда ты нервничаешь, ты очень много не попадаешь. Прям пипец. И ты еще проигрываешь по фрагам. А Ансом уже дефается. Смотрите на него. Он просто, ну, молодец, в принципе, чё. Он выигрывает по фрагам, он дефается. Соло пытается рейлами просто нахуячить его. Хотя бы один попасть и потом запушить шатом. Вот видите, он пытается, он хотя бы пытается. Ну, ничего не получается. 6-1. Отдает фраги. И тут уже соло пошел в раш шотганом. Остается 1.5 минуты. И Ансом понимает то, что он уже, скорее всего, победитель. 1.5 минуты. Он слышит его. Хорошо, хороший рулган. Эх. Атака. Надо убивать. На, в спину. Второй не попал. Ловит, хочет подловить этот шотган. 5 фрагов задел, можно бегать как хочешь. Неправильное переключение. И тут рака. А у Ансома хорошие ракеты. То же самое с руин, когда, помните? На руинах, когда Ансом попадал ракеты. Тут уже атака пошла, ну такой... Ну убил, смотрите, просто шога на это, на 150 попало, на 140. Тут опять табурет атакует. Зажал табурет, чуть не убил табуретка. Табурет всегда поможет. Хороший руки джамп, мало хп покоцан. Ну, на рейнджере, но все равно. 15 секунд до конца. 5 фрагов выигрывает Ансом. И он уже прячется, он понимает то, что он очень сильно сыграл для своего рейтинга. Поздравляю. Как-то так.